Когда вокруг царит тишина и покой, о том, что происходит внутри сложного организма, подскажет пульс. Скажите, пожалуйста, что для вас значит Чеченская Республика? В моем понимании Чеченская Республика – это своеобразный пульс России. Когда в России все спокойно, пульс ровный. Но когда что-то происходит… И почему же именно вы должны занять это место и быть в команде? Все дело в том, что вся моя жизнь – это постоянное движение вперед. За 14 лет работы в банковской сфере мне стало ясно, что понятие «бизнес» и «успех» неотделимы от таких понятий, как репутация, деловая этика. В развитии страны, ее регионов и республик, вкладывая энергию в будущие инвестиции, мы в первую очередь инвестируем в наше будущее поколение. Я хозяин своих мыслей, своего тела, своего пульса. Только ровный и спокойный пульс позволит сложному организму функционировать.